Одну простую сказку, а может и не сказку, а может не простую, хотим вам рассказать. Начинайте! Здрасте! Как рады вас видеть, ей-богу, всем нашим коллективам. Что у вас творится в вашей... утренней почте. Да. Что, видите, у вас все одно и то же. Ну, нельзя так, ну, одно и то же. Ну, нельзя. Юрочка, ну, одно и вы что же, почту не читаете, ей-богу? Где новый коллектив? Спрашивают нас ученики 10 класса. Где, Юра, свежая молодая струя? Город Харьков, Елена Иванова. Ну, вот и я тоже спрашиваю, ну, где все это? Где вы все это спрашиваете? Что сможем мы ответить на письма наших любимых телезрителей? Что? 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 Ну-ка, идите туда, не знаю где, придите мне то, не знаю куда. Да! Да! А что именно? Юрочка, голубчик, я объясню ему сейчас все, ей-бог. Юрочка, для нас это такой же секрет, как и для вас. Да-да-да, но только без него не возвращайтесь. Нет, дверь вон там. Там, где тихо плещет речка, где оранжевый закат, в голубом краю сирени детство цвело, как сад. Там где-то старая мельница крутится, вертится, бьется в камни вода. Старая мельница все перевернется, только любовь никогда. Старая мельница все чем мне снится милый сердцу уголок. Там где-то старая мельница крутится, вертится, бьется в камни вода. Старая мельница все перевернется, только любовь никогда. Старая мельница все перевернется, только любовь никогда. Наконец я возвратился, город детства, как живешь? У реки на том же месте ты меня как прежде ждешь. Как прежде старая мельница крутится, вертится, бьется в камни вода. Старая мельница все перемелится, только любовь никогда. Все перемелится, только любовь никогда. Там где-то старая мельница крутится, вертится, бьется в камни вода. Все перемелется, только любовь никогда. Старая мельница, все перемелется, только любовь никогда. Ну, всякое бывает, главное не унывать. Ведь при современных средствах информации, при достижениях телевидения, при богатом личном опыте можно не только отыскать. Да что там отыскать? Можно создать совершенно новый, популярный, свежий коллектив. Это должен быть... квартет. Четверо молодых, темпераментных музыкантов. Если нам не помнить, то кому же помнить? Как улыбались бы беспечно, как голубым и бесконечным был этот мир.
Если нам не помнить, то кому же помнить? Какие мы когда-то были, какую музыку любили. Мы любили мы так любили Битлз. Мы так любили Битлз. В них было все, и смех, и грусть. Мы знали Битлз наизусть, наизусть. Мы так любили Битлз. Мы так любили Битлз. Не год прошел, с тех пор не два, но эта музыка жива, она жива. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Time looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, как же нам не помнить? Время то не помнить. Мы улыбаемся, но строже от забот уйти не можем. Нет, не на шаг. Как же нам не помнить, время то не помнить. Другие песни уж на свете, но если спросят, мы ответим. Так, ответим так. Мы так любили Битлз. Мы так любили Битлз. Все, и смех, и грусть. Мы знали Битлз наизусть, наизусть. Мы так любили Битлз. Мы так любили Битлз. Не год прошел, все помнят два, но эта музыка жива, она жива. Э, гражданин, гражданин, купите цветочки. Скажите, а на гитаре не играете? Нет, на гитаре я не играю. А вот на мандолине... Каток уехал! Уехал каток! Берегись! Стойте, каток! В них было все, и смех, и грусть. Мы знали Битлз наизусть, наизусть. Мы так любили Битлз. Берегись! Каток уехал! Мы так любили Битлз. Лови его! Лови! Фу, как некультурно! Извините! Извините! Люди! Люди! Что с артистом делать? Наверно, скоро мы ходить разучимся. Уже привычка ездить в нас живет. Пройти пешком всего два шага мучимся. 100 километров на авто не в счет. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Мотора рев для нас звучит как музыка, как аромат, вдыхаемый бензин. Что нужно нам? Шоссе, полоска узкая, до запчастей заветный магазин. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Thank you.
пришли иные времена. И день, и ночь мы под машиной ползаем. Мы служим ей, чтоб ездила она. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где река Валя лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где река Валя лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Брюки! Брюки, пожалуйста, жив! Верните жив брюки. Жив! Брюки, верните. Верните брюки. Брюки верните сейчас. Вернем брюки. Господи. Брюки вернем сейчас, брюки. Брюки вернем. И пойдем в больничку, ибо мы в шоке. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите. Там, где идет строительство или подвешен друг. Ни в каком не в шоке. Я очень спешу. Что непонятно? Что непонятно? Мы в шоке. Мы идем. Больничку. Сами, сами, сами. Мальчик! Мальчик с цветами! Пригляди за катком! Что с катком безобразил? Куда делся нарушитель? Приметы, адрес, фамилия, имя, отчество, размер ноги, размер руки. Что не с места, предупреждаю, стреляю без предупреждения. Тот, кого вы ищете, скрылся вон туда! За мной! Пойдешь по этому делу свидетеля! Летайте самолетами Аэрофлота от винта! На предписан нашим векам скоростной режим. Мы как птицы, мы летаем. Потому что каждым часом аэропорт. Встаю утро по самолетам.
действительно совершенно здоров. Действительно здоров. Здоров. Зайдем на минуту. На минуту. На одну минуту. Здравствуйте. Вот он. Одну минуточку, давайте по одному. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я тоже. А что еще? Я привел больного. Он в шоке. Ага. Да, я переехал вот такой. Вы только не волнуйтесь. Типичный случай ОРС. Доктор, я совершенно здоров. Это просто... Конечно, спать. Нет, милый, не вы спать, вы спать. Глазки закрывают мою бать. Знаете, батенька, я как раз в данный момент работаю над проблемой больной, как он есть. Пить, пожалуйста. Спасибо. Так вот, ведь что такое в сущности больной в прошлом? Больной в прошлом – это ведь совершенно здоровый человек. С другой стороны, после того, как больной непосредственно больной, он тоже абсолютно здоров. Конечно же, у вас возникает вопрос, когда же больной, собственно, больной? А тогда, отвечу я вам, когда он что? Что? Правильно, когда он болен. Когда он болен, тогда он и больной. Вот в чем суть моего открытия. Спасибо. Пойдемте. Пойдемте, я вам покажу интереснейший феномен. Пойдемте. Феномен наукус. Что это, кто? Это, батенька мой, совершенно больные люди. А шанс? Шанс есть? Увы. Увы, батенька. Они такие нервные, они всего боятся. Какой ужас! Ой, здравствуйте, здравствуйте. Ну как дела, как здоровье? Лечит? Лечит. Все нормально? Нормально. Я цветы вам принес. Подожди, мальчик, пострадавший. Куда скрылся нарушитель? Слушайте, здесь нет ни пострадавших, ни нарушителей. Минуточку. Каких минуточек? Вы меня впутали в эту историю, вы меня выпутываете. Мне нужен молодой, свежий коллектив. И вы будете играть на барабанах. Не буду, я же при исполнении. Это исполнять? Все то же самое, только на барабанах. А я? А с вами все ясно. Будете играть на гитаре. Я мозаику сложу из разбившихся зеркал, свой корабль снаряжу в дальний путь воспоминания, а потом вам расскажу, что я понял, что узнал, с кем дружил и с кем дружу, как держал я обещания. Еще раз уйти, чтобы вернуться. Еще раз закончить, чтоб начать. Еще раз пусть двери распахнутся. Еще раз понять, простить, принять. Мозаику сложу из разбившихся сердец, и теперь я не боюсь в одиночестве замерзнуть. Я мозаику сложу, мой успех как мой венец, зритель, с вами я делю и любовь, и смех, и слезы. Еще раз уйти, чтобы вернуться.
еще раз закончить, чтоб начать еще раз. Пусть двери распахнутся еще раз. Понять, простить, принять. Из смешных и грустных песен, и сегодня я пою, чтобы завтра спеть нам вместе. Ну а если простужусь, это даже интересно. Зритель, вас я попрошу их допеть, мне это лестно. Еще раз уйти, чтобы вернуться. Еще раз закончить, чтоб начать. Еще раз пусть двери распахнутся. Еще раз понять, простить, принять. Вот вы-то как раз мне и нужны. Вы будете играть на бас-гитаре. А вы, доктор, на гитаре и на рояле. Я играю... Потом все объясню, вы обязаны мне помочь. Да нет, батенька, это исключено. Я же давал клятву Гиппократа. Вы... А да. Я считаю так. Если человеку надо помочь, то мы должны. Где твоя бас-гитара? Показывай, на что нажимать. Значит так. Порепетируйте в машине. И через полчаса встречаемся на телецентре. Ясно? А ясно! В ущелье, где днем отдыхает луна, и черные камни, как будто стена, вдали от дорог бежит ручеек, торопится по валунам. И разве такая большая беда все время спешить неизвестно куда? Достаточно знать, что нужно бежать. На это она и вода. Над ним поют о чем-то птицы, и больше нету никого. О-о-о-о. И только лоси и лисицы сюда приходят, чтоб напиться из него. Вниз по течению, вниз по течению, бежит вода, шлифуя спины. Вниз по течению, вниз по течению. Пойду и я, покуда делать нечего мне. По ходу течения я шел на восток, и вскоре уже не узнал ручеек. Не зная преград, бежит водопад, стремительный горный поток. И ветви, что ветер в него уронил, он сбросил с вершины и в щепки разбил. И сосны на склоне стояли в поклоне, боясь необузданных сил. И он бушует и резвится, не замечая никого. О-о-о-о. И не напиться, не умыться, а можно только подивиться на него. Вниз по течению, вниз по течению, вниз по течению, бежит вода, шлифуя спины ко мне. Вниз по течению, вниз по течению, вниз по течению. Пойду и я, покуда делать нечего мне. Николаевна, что у нас сегодня? На 2 часа. Звали, по-моему, сегодня Николаевна. Ой, Юрочка, ну напугайте! Где вы пропадаете, Николаев?
Нашли что-нибудь? Нашел. Где? Знакомьтесь, здесь. Бит-квартет «Секрет». Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. 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 Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок. Я набираю твой номер, я говорю тебе привет. Мы не виделись с тобой 40 000 лет. Если тебе нечем вечер занять, то почему бы нам с тобой не пойти потанцевать? Ты любишь буги-вуги. 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 Ты танцуешь буги-вуги каждый день. Вообще-то почту читаете? Юрочка, вы читаете почту? А? Вы письма читаете? Такое впечатление, Николай, что вы писем совершенно не читаете. Зрители просят нас показывать популярных артистов. Популярных. Он занят. Кого вы привели? А? Кого вы привели, Юр? Товарищи, да вы писем не читаете. Ну где, где известные мелодии? Где полюбившиеся исполнители? Где все это, я вас спрашиваю? Ну где мы вас спрашиваем? Короче, вот, вот идите и читайте. Вот читайте все это и идите, идите. Идите, Юрочка, и ведите. Да, потом ко мне зайдите. И глупая ворона, а может быть собака, а может быть бегемот. Как что-то запоет.